Добрый день, с вами супермаркет «Семян». И сейчас мы находимся на главной странице сайта «Семена ЦЦ». Вверху сайта мы видим строку, на которой можем ознакомиться с информацией для покупателей, доставкой, контактами компании и акциями. Справа мы видим кнопку «Заказать обратный звонок», кнопку выбора языка интерфейса, и мы с вами останемся на русском, и кнопку «Войти» для зарегистрированных пользователей. Чуть ниже мы видим строку для быстрого поиска и список контактов компании. По значкам возле номеров телефонов мы видим, что можем звонить как на МТС, сейчас Vodafone, Life и Kyivstar. Еще мы с вами видим контакты отдела флористики и оптового отдела продаж. Сразу рядом с телефонами мы видим корзину. Пока что она у нас пустая. Чуть ниже мы видим с вами выпадающую строку, которая является своеобразным мини-каталогом. Более детально мы ее рассмотрим чуть позже. Не только ее, но и все другие вкладки. Сразу под строкой идет баннер, кликнув на который, можно сразу же переключиться на тот или иной самый популярный или акционный товар, либо категорию. Вернемся на главную страницу сайта. Сразу же под баннером мы можем ознакомиться с интересными спецпредложениями от супермаркета «Семян». Опускаясь немного ниже, мы видим, какие товары пользуются наибольшей популярностью. И сразу же справа мы видим таблицу с производителями семян. Мы можем нажать на любой логотип нужной нам компании, и сайт откроет нам страницу с товарами только этого производителя. Вернемся на главную страницу. После популярных товаров мы можем ознакомиться с описанием интернет-магазина супермаркета «Семян». Отсюда мы с вами можем сразу увидеть, что компания принимает заказы на семена овощей даже с зоны АТО. Сразу же справа мы видим последние новости компании. Сразу под текстом замечаем видео от супермаркета «Семян». Также ниже можно ознакомиться с очень интересной информацией, которая касается производителей семян. Здесь мы можем узнать, в какой стране находится компания-производитель. Также напротив видео мы видим ссылки на социальные сети, такие как Facebook или же ВКонтакте. Я вам советую подписаться на супермаркет «Семян» в социальных сетях, потому что так вы будете в курсе всех новинок и акций от нашей компании. И мы с вами достигли конца главной страницы. Помимо всего прочего, сайт «Семена ЦЦ» позволяет нам ознакомиться с массой другой полезной информации, которую мы можем найти в самом низу сайта. Например, мы можем ознакомиться с информацией о коллективе супермаркета «Семян» и его функциональности. Далее идет информация про оплату. Давайте ознакомимся с ней более детально. Первое, что бросается в глаза, это то, что при заказе нет минимальной суммы заказа, что постоянно встречается на других сайтах. Также мы видим, что нам с вами предлагают два варианта оплаты. Это оплата банковским переводом и оплата наличными при получении, то есть наложенный платеж. Оплата наличными происходит в самом отделении почты при получении посылки. Банковский же перевод вы можете совершить любым удобным для вас способом, либо в кассе любого банка, либо же с помощью банковского терминала, или же воспользовавшись услугами системы Privat24. Я не буду читать весь текст, но коротко скажу, что намного выгоднее оплачивать заказ банковским переводом, потому что так вы оплачиваете только стоимость самого товара и доставку. А расплачиваясь наличными в отделении почты, вы платите за сам товар, за его доставку, а также за оформление товарно-транспортной накладной и плюс ко всему этому еще 2% за пересылку денег. Впрочем, вы сами решаете, как вам более удобно. Также мы видим, что нам предлагают еще и другие варианты оплаты. Вернемся на главную страницу. И сразу после оплаты мы узнаем, какие способы доставки нам предлагают.
Сделать заказ вы можете любым удобным для вас способом. Либо оставить заказ на сайте, это мы с вами сделаем обязательно чуть позже, либо оставить его по телефону, или же отправить заказ на электронную почту компании. Супермаркет «Семян» предлагает нам доставку Укрпочтой, Новой почтой и Автолюксом. Также мы видим условия бесплатной доставки. А именно, при оформлении заказа на сумму от 1500 гривен и весом до 500 грамм супермаркет «Семян» берет на себя все затраты по пересылке, посылке с семенами в сторону клиента. Также сайт предлагает нам полезные ссылки для отслеживания посылок разных почтовых служб. И далее мы с вами можем ознакомиться с тарифами и условиями доставки разных курьерских служб. Вернемся на главную страницу. Также на сайте есть информация про обмен и возврат, что очень-таки радует. Еще сайт предлагает нам ознакомиться с Lady Flor, интернет-магазин цветов. Это проект супермаркета «Семян» товаров для дома и сада. Тут мы снова встречаем контакты компании, но мы с ними уже ознакомились, поэтому мы их пропустим. Далее мы видим каталог семян овощей, каталог семян луковиц и корневищ цветов, каталог агрохимии и средств защиты растений. Далее мы можем ознакомиться с гарантией качества, наградами и сертификатами компании и узнать более детальную информацию про любительскую упаковку. Оптовые продажи и закупки – это информация для партнеров, для поставщиков и дилеров. Тут они могут найти информацию и контакты для того, чтобы связаться с супермаркетом «Семян». Также сайт предлагает нам еще много полезной и интересной информации, про которую мы с вами можем узнать из рубрики «Блог» и «Статьи». В рубрике «Антифейк» вы можете найти подробную информацию об оригинальных упаковках семян производителей. Еще хочу отметить, что у супермаркета «Семян» есть свой видеоканал на YouTube. Думаю, каждому покупателю будет интересна рубрика «Часто задаваемые вопросы» и «Помощь покупателю». В рубрике «Наши преимущества» вы можете узнать, почему лучше покупать семена именно у супермаркета «Семян». Ну и если вы хотите быть в курсе всех акций и новинок, вам стоит подписаться на супермаркет «Семян» в любой из социальной сети. Это может быть Twitter, канал на YouTube, ВКонтакте или Facebook. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.